И у меня постоянно был этот ком. Я девочкам говорю: девчонки, пожалуйста, отвезите меня куда-нибудь за город. Они буквально отвозили меня чуть подальше. И я там прокричусь, проревусь, все выплесну, у меня лопаются капилляры. Я никогда в жизни, не знаю, не хочу, чтобы ни один человек такое пережил. Но сейчас бы я, наверное, была женой, у меня были детишки уже, потому что мы должны были уже жениться летом. Мы уже выбрали ресторан, должны были внести предоплату. Вот. Ну, значит, так нужно.